«Странник». Так называется один из фильмов известного художника-аниматора, режиссера и сценариста Агамурада Аманова. Его самого друзья тоже сравнивали со странником, путешествующим по неведомым мирам. Аманов прожил всего 48 лет. Первая персональная выставка его работы открылась в галерее на Солянке уже после ухода мастера. Судьба художника могла бы лечь в основу сценария такой же трогательной и философской ленты, какие снимал он сам. Мальчик из туркменского кишлака закончил художественное училище, отправился покорять столицу, работал даже дворником. Продолжал писать и выставлять свои картины на Арбате. Случайная встреча привела его в мастерскую Юрия Нарштейна и Эдуарда Назарова. Аманов стал одним из самых одаренных и ярких отечественных аниматоров. Он работал только масляными красками на стекле или целлулоиде. Эта техника очень трудоемка. Мастер успел снять всего 8 анимационных фильмов, но в каждом удивительно светлое детское восприятие жизни.
чир билер, яшаптырлар, яшаптырлар. Йоқорда нәмәнің болянны білмәндірлер. Соңыра йоқоры чықтылар, а йоқорда күйінен чықпа қалар. Thank you.